Ребятулики, ребятулики и девчули, я всех приветствую на своем канале. У меня очередная мегафайт продажа. 1 гривна 1996 года. Монетка показывает хорошие продажи. 10 штучек. В этот раз продажа произошла по 95 гривен. Я вам рассказывал, что сегодня я работаю с менеджерами. Это люди, которые продают в интернете монеты мои и получают с этого процент. Сразу хочу ответить на вопрос, сколько же получает процентов ребята, с которыми я работаю. Вот, например, с данной сделки, то есть это все варьируется от конкретной суммы. Никто никого не заставляет, никто никого не принуждает, то есть люди сами изъявляют желание торговать от моего имени. Чтобы вы понимали, в чем вообще смысл. Чем больше людей распространяют информацию и продают, тем больше происходит, получаю я доход, реализацию монет. Так как монета была куплена, очень много монетки по 50-60 гривен, то есть, соответственно, сами вот посчитайте, сколько получается навар с этих монет. 10% вот с этой суммы идет менеджеру. То есть, вот такая классная сделочка. Человек довольный, покупатель, продавец и менеджер. Трехсторонняя сделочка. Вот, как-то так. Поэтому все хорошо, продолжаем продавать, покупать, все very good. Все остаются при пределе и все остаются при нормальном заработке. Ну вот как-то так, ребята. Для того, чтобы сегодня продавать и покупать на рынке нумизматики, есть уроки по монетам, по нумизматике, по антиквариату, выезды на барахолки. Также есть пиар ваших девственных каналов. Ну а с вами, как всегда, король нумизматики, бог антиквариата, император всех бон, голден бой, миллионер, перекупщик.